Да, и, кстати, хотела всех поздравить, всех мужчин, которые боролись за эту страну, за всех героев. Сегодня ваш день. Вы заслужили отмечать его по заслугам. Даже погода как-то радует. Сегодня нету снега, нету пасмурной погоды. Сегодня солнышко. Я оденусь потеплее, потому что у меня так горло болит. Вроде бы вчера целый день посидела дома. Я не знаю где. Я простудилась. Может, на лобном я была раздетой. Но я проснулась, у меня так жутко болело горло, просто не представляете. По-спортивному оденусь, чтобы мне тепло было. Так, мы пришли на завтрак, поздний завтрак. Смотрите, тут блинчики, сосиски, скрамбл, вареные яички, фасоль, мои любимые. Девочки вот тут берут овощи. Ну что, да. А ты слушаешь, что ты будешь кушать? Я тут еще. Не, нормально, нормально. Такой вот зал, называется парадный зал. Короче, я решилась нарастить волосы. Очень необычно будет. Необычная длина, необычный цвет. Но я увидела и сразу поняла, что мне надо попробовать. Не знаю, как вы на это отреагируете. Она будет рыжей. Тебе понравилось, кстати? Да. Это сложная работа. Сложная. Только Наташе доверяю. Вот я отправила Наташе работу и сказала, что я вот так хочу. И, наверное, через недельку сделаем. Если не передумаю. Но в планах все-таки нарастить. У меня, кстати, свои вот хорошо отросли прям. Очень хорошо. Но хочется для объема. Хочется перемен. Потому что... Мы, девочки, такие, устаем от одного и того же. Так что скоро будет.